Vincent, Игорь, Vincent, come here. We're gonna drink. Where are you going? Vincent, where are you going? Where are you? Oh, behind. Одно желание сейчас у всех, чтобы был мир. Мир. Мы пьем за мир. Так, здравствуйте всем, дорогие мальчики и девочки. Посмотрите, хозяйка какая красивая. Хозяин идет. Игорь, привет, мой дорогой. Приветик. Итак, у нас Рома, Оксана, Юра впервые здесь в этом доме. Я пью. А это чего у нас? Вот издатель. А, это какой-то у нас. Не, ну можно попробовать. Приехали. Ну, мы за встречу сейчас выпьем. За то, что мы впервые в этом доме. С пивом запивать. Да, да, да. Окей. Whiskey's ready? Yep, there's the glasses. Roma's all ready. Рома у нас раз, все. Рома used to be a caterer. Really? Да, yeah. Washington events, you know, 2,000 people. Crazy, huh? The biggest event that I did is for 10,000 people. 10,000 people. Вот, смотрите, чтобы все убрались. Игорь, ты себя видишь? Я себя вижу? Да. Да, я себя вижу. С наступающим. С наступающим Новым годом. Мы ждем еще Лилю с Виталиком, да? И с Давидкой. Лилю, да. Но давайте выпьем с вами. Показываем за встречу и за знакомство. Вот на таком красивом фоне, на елочке. На елочке. Еще не на елочке. За елочкой. Под елочкой. За елочкой. Около елочки. Смотрите, какие мы красивые. Вот так вот Наташа, Оксана. В темном таком красивом. Оксана с наступающим. Я сказала, когда мы поехали из дома, я сказала, в этом году мы в этот дом уже не вернемся. Кстати, и вы в свой тоже уже в этом году не вернетесь. Да. Только давай следующий. Поздравим наших девочек. Давай. Да? Мы вас поздравляем. У вас уже Новый год. А у нас только будет Новый год. И мы вам хотим пожелать всего самого-самого доброго и хорошего. Самое главное – здоровья и долгих лет жизни. Да. Все. Это для подписчиков, для наших. Мы специально уединились. Да. А елочка какая красивая, правда? Да. Прелесть. И дом какой шикарный. И дом шикарный. И люди какие в этом доме. Да. Идем Лилю с Виталиком и с Давидкой. Сидим на улочке, слушаем музыку очень приятную. У нас огонек здесь. Вон Оксаночка моя идет. My friend from Kazakhstan. He picked this song. Давайте все чокнемся вот так. Вот давайте все чокнемся, пожалуйста. Красиво сделаем. Свет не включаем, чтобы грязь не видно. И как давно вы здесь?
Приехали, приехали. Кто у нас идет? Кто у нас идет? Самый главный господин. Самый... Ой, какая красивая Лилия-то у нас в белом костюме. Боже мой. Какие они красивые. Иди ко мне, господин. Господин мой. Любимый мой. Лилечка. Ну чего, как вы доехали? Иди ко мне. Привет. Куколка моя. А где Оксана? Ну, все там на улице. Мы уже все пьяные сидим. А когда вы успели? Уже все. 15 минут назад приехали. Да, все успели. Посмотрите, какая Лилия-то у нас стильная. Красивая, худая. Гони рецепт, как худеешь. Всем гони. Ты знаешь, как? 67. Зачем? А, так этот рецепт, как я показывала, наверное, видео, да, этот? Нет. Каждый день по 5 раз. Каждый раз по 5 дней стоя, да, вот этот вот. Девочки, можно? Стой. А, да. Это то. У меня все готово. Давайте. Чтоб там не это... Давайте. Оксаночка, надо это порезать. Пойдем там вот, Оксаночка. Вот, Оксаночка. Там ножичек. Вот, Оксаночка, привет. Ты такая худенькая, слушай. Вы все худенькие, ненавижу вас, заразы, все худые. Я видела тоже ее не да, Оксаночка похудела красиво. А, она похудела? Она похудела, да. На 10 паунтов немножко это не немножко. Это нормально. Красивая, да. Красивые девочки вы такие, спасибо вам. Рада видеть тебя, я тоже. Так, где это? Красивенькая она, да, такая? Очень красивая. Ты красивая. Все мы красивые. Этот. А где муж твой, там? Да. Там. Сейчас Ирочка еще приедет. Но я Ирочка не знаю, где она. Как у тебя настроение, дорогуша? Отличное. Хорошее? Да. Чем ты сегодня целый день занималась? Отдыхала. Отдыхала? Да. В смысле? Ну, пирог вот сделала, ничего так. Да. Да. А вчера чем занималась? А позавчера? Позавчера по магазинам ходила, покупала подарки, а, да? Продукты. Да, ну-ка я посмотрю сейчас. Вот посмотрите, у нас сколько подарков-то. Подарков-то у нас сколько, посмотрите. Опять полная елка. Еще Ирочка к нам едет. Он даже чашечка еще стоит с водой для кошек. Так, смотрим стол. Жалко, сегодня нету, в этот раз нету Оксаниных родителей. Они не смогли приехать. Очень жалко. Мои дорогие, наши дорогие Антонина и Эдуард, вы просто не представляете, насколько вас здесь не хватает. Как мы по вам скучаем. И как плохо. И как просто. Это праздник, он получается не целым, когда вас нет. Очень жаль, что вы не смогли приехать. Мы с вами душой. С Новым годом вас. Та-ра-та-та. Посмотрите, какая рыба-то красивая. Прямо посередине, вот так ставь. Да, посередине, а длиннее стул. Давай, давай, давай. Не, я посередине не буду, у меня мясо посередине будет. Ну, куда-нибудь, куда салат хочешь. И салат на слово еще будет. А язык куда было поставить? А язык я уже где-то поставила. Нет. Вот он, перед тобой. А. Так. Проверяем. Пюре с грибами. Холодец. Шикарно. Оксана, у тебя соседи придут? Нет. Приехала наша Ира. Потерялась, гадя. Пришлось ее вызваливать, как говорится. Говорит, не знаю, куда ехать. Все. Нашлась. Ира наша нашлась! Ира наша нашлась! Нет. Ой, какая хорошенькая та! Я уже всем сказала, она пианино привезла, смотрите. Пианино вон лежит, да. И подарочки привезла. Ой, что-то. Полная машина подарков. Ой, а как красиво-то. Ты когда же успела прическу-то сделать? Так ты видишь, опоздала. Да. Чего это мешки и кульки? У тебя что-то все. Это оливье у меня. Давай, матушка, давай, выходи, сейчас помогу тебе, давай. Да, мне надо. Давай мужчину, чтобы пианино звучало. Ира-то у нас рояль привезла. Педальки, все тут есть. Да, да, да. Ой, так у нас Юра сегодня будет играть. Получится ли, не получится ли, работает ли, не работает, не знаю. Так, подожди. Видите уже, как у него уже пальцы работают. Юра тут, конечно, не рояль. Не, ну посмотрим какой-то. Да. Ой, ну знаешь, он играет даже как орган.
Давай, Рома, вот сюда в разъеду. Рома, давай чуть ниже поставим. Ну, видите, как у нас. У нас есть... У нас, когда мы вообще даже мечтали о том, что у нас Новый год будет во Флориде, и Юра за роялем. Это же вообще... Ну, за роялем, не за роялем. А Ира-то в длинном платье у нас красивая пришла. Ира, по праздничному одета только ты и Юра. Ну, смотрите, как вы красиво смотритесь. Офигеть! Вот это да! Вот это Новый год века! Давидка, а ты можешь танцевать сегодня, как ты танцевал нам? Да, да, вот так. Офигеть! Это же офигеть надо, Юра. Разве мы думали, что ты будешь здесь во Флориде еще там на пианино играть? Смотрите, как цвета, какие голов. Белая, черная, рыжая. Ой, какая красота! Чего-то разбирается, короче. Рома у нас на все руки мастер. И пианино, и рейки, и готовить, и посуду мыть. Садимся за стол, провожать старый Новый год. Мы принесли уже что-то. Все кричат, что пьете, где сидеть? Смотрите, пока они все съели, покажу. Лиля, посмотрите, какую красоту принесла с рыбой. Морковча. Это что у нас, скумбрия, да? Покажи на видео, какая прелесть. А вот я и показываю. Смотрите, салатики, всякие мясо, рыба, холодец. Ой, сори, сори, куколка моя. Холодец у нас тут. Что у нас тут еще показать хоть? Наконец-то мы собрались и
сейчас время как раз вот 11:30. Полчаса осталось, чтобы проводить этот проклятый старый год, и чтобы он шел своей дорожкой и никогда не возвращался. Да. И чтобы все плохое мы оставили в этом году и забыли в новом году. Да. Выпьем за мирный 2023, потому что он будет мирный, я верю в это. Победный будет. Наступающий. Давайте сначала, сначала провожаем. Да. Провожаем. Так, Юра, что хотел добавить? Нет, Юра будет гостей. Отдельный пост, подожди. Да, конечно. За наших замечательных гостей, за мужчин, okay. За женщин красивых, спасибо. За подрастающее Давид, поколение. Мужчина, за мужчин. Или это я уже очень много? Почти. Давайте, давайте сначала за женщин. Давайте выпьем и проводим этот год. Нет, проводить Новый год потом. Нет, сейчас проводим. А мы сейчас показываем гостей. Сначала за всех женщин. Игорь, мы пьем за то, что проводить год. И за гостей. Все. Мы еще не дошли до этого. Короче, от Нового года за женщин тебе. Давайте за женщин. 8 марта будет потом. Все, давайте, так давайте чокнемся все. Ни до кого ведь не дотянешься. Давайте. Как дотянуться до вас, до всех? Ну ладно. С мужчинами, видимо, не обязательно чокаться. Угу. Далеко. Хорошо, так и быть. Ну, я хочу сразу извиниться, мой тост будет необыкновенный в том плане, что я не считаю, что прошлый год был ужасный год. Потому что задним числом мы увидим, что после этого года, который многие пережили, трагически пережили, а другие смотрели на эти все, то, что происходило и в нашей стране, и в России, в конце концов, просто мой жизненный опыт говорит, что после таких катаклизмов, неприятностей, трудностей, человек становится лучше, а не хуже. Если, конечно, они будут учитывать уроки этого времени. И я надеюсь, что сейчас как раз требуется от нас какой-то новый смысл. И мы должны все пересмотреть себя и свою душу, чтобы как-то понять, почему это все происходит. Потому что пока человек не войдет в себе, он не может, не сможет понять такие различия, такие эти противоречия, которые происходят. Да? А в душе он знает, в конце концов, что правда, что неправда. И поэтому я считаю, что для нас это просто всех, кто следит за то, что происходит, потому что многие вообще отсутствует, ничего не знает. А те, кто знает, должны серьезно подумать о том, что происходит в нашем мире, потому что действительно, это, я считаю, что это довольно исторический момент для не только нас, и не только европейцев, не только русских, американцев, а всему миру. Я уверен, что то, что будет дальше, будет совсем все по-другому. А и как по-другому, думаешь, будет? И от нас зависит именно, вот какой будет этот, эта модель новая. Да. От нас зависит. И от каждого человека. Потому что ваши действия, любые действия идут дальше всегда. Вы что-то сделаете, потом идет последствия. Да, consequences. Это очень важно. И просто ради моего возраста хочу сказать, что у меня были много тяжелых моментов в моей жизни, но каждый раз я старался вникнуть, что произошло, где была моя, скажем, вина или недостаток, а где я ни при чем был. И, то есть это важно каждому человеку, особенно если он, скажем, верующий человек, подумать о себе и подумать о том, что происходит вокруг. И поэтому я надеюсь, что вот эти испытания, которые мы все в каком-то смысле или физически, или эмоционально, или интеллектуально переживаем, что они как дадут как новые плоды для того, чтобы дальше такого никогда не повторилось. Да. И мы все взрослые люди, и мы все должны быть ответственны за наши поступки, и должны
быть глубже, глубже, выше и шире. Uh-huh. И поэтому я желаю, что следующий год именно будет такой год как бы нового сознания, и что все эти противоречия, которые происходят в нас, они закончатся в конце концов, и возможно возникнет новое мышление, новое сознание и, может, даже новый мир. Да. Спасибо. Вот это тост, вот это я понимаю тост. За мир! Самые главные слова я хочу добавить, это за единство. За единство. Потому что любой раскол, будучи это в семье, будучи это в самом человеке или в обществе, любой раскол это всегда это то, что Бог не желает. Поэтому за единство. Но красные линии надо чертить. Анекдот я это узнал от Александра Гинзбурга, который был первый русский диссидент в России. Он скончался лет 20 назад, я с ним работал много-много лет. И вот он мне рассказал такой анекдот. Строили новую дорогу. По ней шел русский интеллигент. И задумался, и не заметил, как его переехал каток. И он превратился в маленький коврик. А выбрасывать жалко. Принесли его домой. Ой, какой бы светлый человек. А выбрасывать жалко. Коврик положил перед парадной дверью. По нём топтали, топтали, топтали. А выбрасывать жалко. Перевернули его. Она перевернула его. Опять топтали, топтали. Опять загрязнился. Решила, нужно постирать. Постирала, повесила коврик на веревку, а он, бедный, простудился и сдох. Хороший, да? А мы глупые, не поняли. Насчет русской интеллигенции. Мораль сей вас не такова. Кто должен умереть, тот рано или поздно, а как умереть? Нет, Оксана, речь идет, Оксана. О чем? Об интеллигенции. О русской интеллигенции. Топтали, топтали, топтали. Все равно. Все равно за топтали. Понятно, об интеллигенции. Да, да, да. Просто они все воспаление легких умирали. Ну, да, да, я, Юрий, я вас хочу немножко тоже поддержать вот, да. В этом смысле разговором об интеллигенции, об русской интеллигенции. Да, да. В частности, сколько их сгнило в лагерях и в тюрьмах. Угу. Но это коснулось не только России, коснулось Германии. Когда интеллигенция, люди, которые не участвовали, не были ни в фашистской партии, ни нигде, угу. Они, поскольку у них были анифоны, бароны, они должны были отказаться от титула, угу. И добавить к себе фамилию, там, Бон. Убрать фон. Да, убрать фон, да, убрать, да, убрать, да, да, титул. Да. То же самое касается Японии. О, так сейчас, сейчас при 10, без 10, 12, сейчас будет, сейчас будет наступать Новый год. Летаем или не летаем? Летаем. Вся наша огромная страна. И заново всем, кто обеспечен водителям и железнодорожникам. С 2014 года после крымских событий началась санкционная война. Те, кто ее затеял, в нашем народе приобрели особую значимость, такие как все вещи. За то, что вы, люди с разных возрастов и достаточно. Yes! Новый год, Юра! С Новым годом! Ну что, чего? Как будто налили, а как будто его... Минюшенька, с Новым годом, Милю. С Новым годом. Бусинка моя. Ирочка, с Новым годом, дорогая. С Новым годом. Ромочка, с Новым годом, милый.
моя солнышко, куколька моя. О, да, ой, не только с тобой на дороге целоваться. Лилечка, с Новым годом, иди, я тебя поцелую. Уже не буду целовать, его нельзя. Так, ну, Оксаночка. Куколька. С Новым годом, друзья! С Новым годом! Наша страна! Супер! Все, мы все любим вас! И всех вас поздравляем! С Новым годом! Вот как Лилечка у нас. Еще раз. Мир. За мир. И мы пьем за мир. Чтобы все дружили между собой. С Новым годом, девочки и мальчики. Давай, дорогой. Еще раз. Наши друзья, я как рада, что мы с вами Новый год отмечаем. Мы сегодня ехали, я говорю, мы знаем друг друга всего там меньше 2 лет, оказывается, давно. Я говорю, мне кажется, что я Юру, Рому маленького видела. Я всегда приезжаю, Да. Ох, 2 сокола, 2 орла. Да, очень красивый гимн. Я просто не могу его поставить, меня забанят, поэтому. Да, гимн красивый. Рома, с Новым годом! Да, я с тобой. С Новым годом, носик мой любимый. Как я его люблю, куколку мою. Ой! Ой, Все, сейчас будут красивые девочки для нас петь. На огонек, новогодний огонек. В первую очередь, я, конечно, хочу это в первую очередь поблагодарить хозяев дома, Оксану и Игоря, за то, что так приняли нас таким гостеприимством и пригласили нас в свой дом. Это в первую очередь. И хочу продолжить, что, подводя итоги этого года, а мы подводим итоги в нашей семье каждый раз, каждый год, и хочу сказать, что в этом году год был настолько тяжелым сам по себе. Потери близких людей в семьях, потеря мировая, то, что творится в мире. И я хочу вам сказать, дорогие мои, с кем мы первый раз увиделись, первый раз встретились, и вам всем, вашим семьям, вашим детям, вашим внукам пожелать всего того, что я всегда это говорю, что я желаю себе и своей семье, своему единственному сыну, мужу и вообще всем. И поэтому от души вам всем это желаю. Чтобы все были здоровы и живы. Это самое главное в жизни. И спасибо вам за гостеприимство. Спасибо вам, что вы приехали. Да. Самое главное здоровье. Спасибо, что вы приехали, да. Спасибо вам, девочки, большое. Вот и да? Самочка, давайте. Смейте, как чокнется. Да.
Да. У нас такая вкуснятина вообще. Да, не, просто кто подумал, что мы переехали во Флориду. Ничего подобного. Нет, вы не переехали? Мы живем в... Вы с такими чемоданами приехали, мы думали, вы переехали к нам. Мы живем в Вашингтоне, и мы приехали, чтобы навестить Флориду. И... Простите, мы уже все вас прописали. Да, да, да. Ну, нет. Придется да, переезжать. Ну, нет. Черный рояль. Черный рояль переехал из Мэриленда во Флориду. Ой-ой-ой-ой. В Вашингтоне тоже неплохо, между прочим. Но во Флориде лучше. Кстати, это было очень тяжело. Ой, здесь своя прелесть. Сказала она, вспомнив, как она мерзла в Вашингтоне. Я вообще не могу. Оксан. Да. Я вижу. Фокус. Фокус на кого? Давай быстрее. Раз, два, три. Я поменял работу после практически 20 лет работы на одну компанию. Я бросил ее. В этом году? Я перешел на другую работу. Ну и? It's a step up. Ну, и он понял, что такое свобода, что такое хорошая жизнь, как можно высыпаться нормально, потому что да, у него работа была, где он не спал, где он не ел, он постоянно работал. Теперь у него нормальная работа. Посмотрите на Игоря. Вот посмотрите. Ты же поправился. Такое ощущение, что он сделал пластическую операцию. Я работал с индийским коллективом. Ударь его. И я должен был проснуться в 5 утра. У меня уже было первое совещание в 5 утра с индийским коллективом. И так каждый день? И так каждый день. Плюс я работал с клиентами с разных стран. Да, да, да. И работал с Австралией. Я не знаю, что ты выйдешь. С Тайванем. Рома, я соленый помидор. И я должен был, я был... А сейчас? А сейчас у меня работа. Шикарная. Не верю, на Амазон. Дома? Я все время вот дома. Вот так. Да. Все время дома. Здорово. И это очень плохо. Какой день рождения это было? 28-го? Так, вот мы с Оксаной. Первый раз, когда я тут его отмечала вообще. Вот мы тебе с Оксаной подарим подарок. Символически, конечно. Спасибо. Но... Он такой тяжелый. Ну, тяжелый не значит бриллианты. Бутылька. Так, это просекко тебе. О, я люблю просекко. Так. Это духи. Реально? Вау. Это тебе наш травел духи. Да, если... Спасибо, девочки. Тут еще что-то. Это из круиза. Я когда круиз ездила с Доминики. С Доминики тебе. Посмотри. Это, я, кстати, вчера, когда мы гуляли... Это кастрюлечки ставить. Смотри, как можешь кастрюлечки ставить. Да какие кастрюлечки? Тут надо любоваться. Не, можешь ставить. А смотри, вот сюда мы тебе... Что мы тебе самое главное, это подарок. Это мы тебе главное? Кашемировый свитер мы тебе купили. Так это кашемир, чистый кашемир. Это ты будешь в нем ходить очень красиво. Еще с капюшончиком. Да. Видишь, вот написано. Кашемир 100%. Вау. Его даже можно на голое тело носить. Ну что, Ира, сюда нести рад горячим. Ирочка, да. Пойдет? Пойдет. Очень же пойдет с капюшончиком. Вот тебе. Буду самая красивая тракерша. Я чувствую наша героиня. Да, такие свитера. Спасибо. Такие свитера только в Мэриленде продают. Это же через угол не целуются. Все, убирай. С днем рождения тебя, Ирочка. Я реально не ожидала, не напрашивала. А кто ожидает? Я вообще даже в тайне держала. Никто не ожидает подарки. Так. Я тут живу уже сколько? 7 лет почти. Вы даже не знали, когда мне день рождения. Ну, мы забываем. Вы никогда не знали, потому что я не афишировала. Все. Визитим, папа, ягодка, опять. Так, давайте, что... Теперь переходим к нашей развлекательной программе. А мужчины нас не слушают. Они не слушают. Девочки, мальчики. А где Давидка у нас? Объясняю правила игры. Так. Давидка, вот у меня... мы подарки разбираем, а ты здесь сидишь. Ты чего хоть? Самое-то главное, нам тебя не хватает тут. У тебя микрофон не работает. Что у меня работает? Работает у меня микрофон. Это у тебя уши не работают. Пришел самый главный распаковщик подарков. Ждет. Руки у него пока в карманах. И вот я рассказываю.
карты сейчас получают символ этого года зайца. И вот, вот на этой пимпочке номер. Этот номер вы должны запомнить, потому что каждый будет по номеру выходить и выбирать новогодний подарок.